все выступили, значит, все-таки надо что-то прочитать, и потом понять, что я же не открывала ничего. Но мы вчера очень чудесно сходили на Радио Мария, и поскольку я знала, что там вообще не будет интернета, я очень много скинула в Google Doc, который офлайн, очень удобная, кстати, штука. Всем рекомендую, если вы не уверены, что где-то будет интернет в лесу, скачивайте Google Doc, который можно открывать без интернета. Да, 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 это очень штука хорошая. И я такая, я же люблю читать, а я еще не знаю, что буду читать, поэтому читаем что-нибудь. Вот, ладно, на самом деле здорово, что есть возможность. А я могу и так говорить, могу долго говорить, вы же знаете, птица говорун, они там сидят, хихикают, ладно. Сумерки. Всегда загадка. Вечерний город играет в прятки, меняет картинки, акценты, цвет, подсветка волшебная, чист силуэт. Тени ложатся, смещая блики, новые контуры, грани, стыки, окна цветные, карнизы, крыши. Ночью совсем другой город, видишь? К ночи, уставшие от суеты, вновь над Невой оживают мосты. В темной воде ярок свет фонарей, сказкой украшен проход кораблей. Город — рассвет, озаренный закатом, вечный гранит, приукрашенный златом. Санкт-Петербург, отражаемый в волнах, город великий, загадками полный. Вообще будем прыгать. Мать и мачеха, солнце улыбка нам сверкает из старой травы. Пусть весна совершает ошибки, это радость для всей детворы. Ну и взрослые глянут украдкой, как же мил этот сорный цветок. Не посадят нарочно на грядку, сам пробьется хоть мал с ноготок. К солнцу тянется старый и малый, мы считаем приметы весны. Вместе с шубой снимаем усталость. Снова в жизнь мы с тобой влюблены. Дни памяти уходят в календарь. Истории колеса крутят жернова. Все перемелится. Декабрь, январь, февраль. Мы счастье ждем без сдачи на права. Не надо ждать. Дари себя сейчас. Делись, чем можешь, сколько хватит сил. Улыбкой, делом, песней. Сколько раз нужны потери, чтобы ты спросил, кто я, зачем живу и кто мне рад. Что я могу, что в силах изменить? Найди один хотя бы нужный взгляд, который ты не сможешь позабыть. И он в тебе тебя перевернет. Ты снова оживешь, разбудишь душу, изменишь круг своих забот. Жить — это знать, что ты кому-то очень нужен. Такой вот у судьбы круговорот. Желаю всем весенней радости души. Храни меня, храни, мой ангелочек мудрый, согрей, переведи по сказочным мостам через печаль беду, и подари мне утро, и флейту поднеси к молитвенным устам. И так как мы все котов любим, наверное, да? Почти все. Кошачье стихотворение. Мышей на свете миллионы, их ловят сонные коты в сырых подвалах, как шпионы, без шума, пыли, суеты. Вот так одну малышку-мышку однажды встретил кот-барон. Барону что? А мышке крышка, как говорится, миль пардон. Могла бы сочинить я повесть, но обойдусь и пару слов, что есть на белом свете совесть, представьте, даже у котов. Вот потому на суд мышиный пришел однажды кот-барон. Он был котом, а не скотиной, каким сперва казался он. Спасибо. Ну, песни, наверное, в следующий раз, да, уже времени нет.
Да? Так, я приглашаю на сцену дуэт «Двоеточие». Что так? А, не дуэт, хорошо. Вот. Все, я поняла. Ну, все проще, я поняла. На сцену выходит Валерий Тимофеев. Ах, нет. Так, третий вариант. На сцену выходит Олеся Гончарова. Теперь я поняла, что все Гончарова. Подготовил список из 18 песен. Всего? Всего? Зачитать список. Это первая часть. Коротенько, минут на 40. Значит, у тебя 7 минут, и Володя обещал, что 23 не закончится. А я их спою в 2 раза быстрее. Сегодня здесь уже вспоминали Витю Баранова, который ровно год назад от нас ушел. Но вот что я хочу сказать, он был очень веселым человеком и всегда поднимал всем настроение. И я сейчас хочу вспомнить его песню. Это вот единственная песня Вити Баранова, которая у меня есть в репертуаре, называется она «Колорадо». Причем я ее знаю еще со студенческих времен. Вот, я еще даже не знал, что это Витя Баранов, не был с ним знаком, вообще не знал, кто это такой, но песню эту мы уже пели, как народную. Наверное, это самое замечательное, когда вот песни человека уходят в народ, и их начинают петь вот так вот.
Это песня для сердца отрада, это песня лазурных дарит. Ох, Колорадо, мое Колорадо, и мой верный дружок карабин. Ох, Колорадо, мое Колорадо, и мой верный дружок карабин. Я верхом по степи пролетаю, а я скачу по бескрайним лугам, и громом выстрелов мне подпевает мой дружок карабин, мой слуга. И громом выстрелов мне подпевает мой дружок карабин, мой слуга. В салунах родимого штата никогда не бываю один, и виски, пиво, маис и бататы, и всегда под рукой карабин. И виски, пиво, маис и бататы, и всегда под рукой карабин. А если недруга встретим мы в поле, мы в обиду себя не дадим. Ковбои, с тобой мы ковбои, а мы ковбои, с тобой карабин. Ведь мы ковбои, с тобой мы ковбои, а мы ковбои, с тобой карабин. Мы по пляжке один на один, так ты прижмись же теснее к рубашке, а мой дружок, мой слуга карабин. Так ты прижмись же теснее к рубашке, а мой дружок, мой слуга карабин. И пусть ворчат буржуазные злюки, и пусть жуют свой гнилой ананас, а все равно под количеству клюквы они догонят Америка нас. И все равно под количеству клюквы они догонят Америка нас. Замечательно. Вот люблю такие неожиданные экспромты. А сейчас будет еще одна песня из военного репертуара. «Вечер на рейде», Василий Соловьев-Седой. Споете, друзья, ведь завтра в поход. Споем веселее,
Создать весеннее настроение. Все-таки у нас почти лето на дворе. Вспомним песенку Валерия Миляева, которая так и называется «Весеннее танго». Вот идет по свету человек чудак, сам себе печально улыбаясь. В голове его какой-нибудь пустяк, сердцем видно что-нибудь не так. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна приходит время, люди головы теряют, и это время называется весна. Сердце валидола мне лечит, все равно сплошные перебои. Сколько головой об стенку не стучи, не помогут лучшие врачи. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна приходит время. Без лишних слов, там сейчас как раз в разгаре осень. На полгода ты без всяких докторов снова будешь весел и здоров. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна приходит время. Ну что ж, на далекой Амазонке сегодня уже пели, но давайте споем еще раз. Так мы все равно все вместе будем петь. Так мы ее поем немножко не так, как у авторов, но это старинный хоровой народный вариант. На далекой Амазонке не бывал я никогда, никогда туда не ходят иностранные суда. Только Дон и Магдалина, быстроходные суда, только Дон и Магдалина ходят по морю туда. Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам суда уходят в плавание к далеким берегам. Идут они в Бразилию, в Бразилию, в Бразилию. Хочу в Бразилию к далеким берегам, но только до, только до, только до, ходят по морю туда. Никогда не найдете в наших северных лесах длиннохвостых ягуар, броненосных черепах, а в солнечной Бразилии, в Бразилии моей такое изобилие невиданных зверей. Ливерпульской гавани всегда по четвергам суда уходят плаванием далеким берегам. Идут они в Бразилию, в Бразилию, в Бразилию, и я хочу в Бразилию к
ударит к берегам, но только дом, только дом, только дом ходит полный туда. А в солнечной Бразилии, в Бразилии моей, такое изобилие невиданных зверей. Увижу ли я Бразилию, Бразилию, Бразилию? Увижу ли я Бразилию до старости? Только дом, только дом ходит по морю туда. Только дом, только дом ходит по морю туда. Спасибо, друзья. Сегодня мы завершаем сезон вечеров «Живая струна», но мы не завершаем сезон нашей деятельности, потому что у нас еще «Пушкинская 9» предстоит, которая состоится 25-го, да? 26-го. Да, состоится 26 мая на «Пушкинской 9», ровно в 19 часов начала. Приходите, будем очень рады всех видеть.